Добрый день, уважаемые трейдеры! С вами компания WinOption Signals, и сегодня мы подготовили для вас обновление для индикатора SS Option. Если вы еще не видели видео о первой версии индикатора, то обязательно посмотрите его перед просмотром этого видео, иначе вы скорее всего не поймете, как правильно пользоваться этим индикатором, который действительно является граалем для бинарных опционов. Индикатор SS Option вызвал массу вопросов и предложений по его улучшению. И мы, на наш взгляд, выполнили их все, даже немного превзошли их. Сразу хотим отметить, что данная версия индикатора будет условно платной и будет стоить символически $15. Если для вас по каким-то причинам это все равно покажется большой суммой, то первая версия индикатора по-прежнему остается бесплатной и, по сути, выполняет все те же функции и выдает те же сигналы, только затрачивает немного больше времени. Итак, индикатор SS Option второй версии устанавливается так же, как и прошлая версия индикатора, и копируется и вызывается не из папки «Индикатор», а из папки под названием «Experts». После установки находим его в советниках и добавляем также на график, не забывая включить импорт DLL, после чего можно переходить к настройкам. В настройках мы видим несколько опций, среди которых можно установить таймфреймы, для которых будет делаться просчет, и промежуток времени, который берется в работу. Обращаем внимание, что настройки по умолчанию будут оптимальными, так как на промежутках М15 и М5 чаще бывают затяжные серии, а в промежуток времени с 23 до 7 часов утра обычно очень низкая волатильность рынка, и результаты могут быть хуже. Последняя настройка индикатора является минимальное количество повторов и допуск. Минимальное количество повторов – это минимальное количество дней подряд, когда у нас идет свеча одного цвета. Например, для себя вы решили, что серия 7-8 дней подряд совсем не точная, и вы хотите, чтобы они не засоряли график. В таком случае вы выставляете тут нужное значение, после чего будете получать только актуальные для вас данные. Параметр допуск очень важный, и от него напрямую зависит количество и качество сигналов. Установив этот параметр равный единице, это будет значить, что индикатор будет выдавать только те серии, когда текущая серия будет отличаться от максимальной на один день. То есть у нас, к примеру, по евро-доллар в 12 часов максимальная серия зеленых свечей, начиная с 2010 года, была 10 дней подряд. Установив допуск равный единице, индикатор нам выдаст сигнал только тогда, когда серия максимально приблизится к этому значению и достигнет 9 дней подряд. Таким образом, вы будете получать только самые надежные серии. Конечно, для этого нужно будет загрузить историю по всем активам, по которым вы собираетесь вести торговлю. Обратите внимание, что после загрузки истории вам обязательно нужно будет открыть все загруженные валюты на всех таймфреймах и нажать кнопку «Обновить», чтобы данные стали актуальны. Выполнить эту процедуру нужно только один раз, даже если вы закроете терминал. При следующих загрузках данные также будут актуальны. Итак, переходим к самому индикатору и остановимся на каждом моменте подробнее. Сам индикатор – это одна большая информационная панель, где также расписан весь день по часам. Но в отличие от прошлой версии, в горизонтальных строках теперь показываются все активы, по которым собираются сигналы. Обратите внимание, что помимо валют будут подгружаться индекс и прочие инструменты, которых, скорее всего, не будет у вашего брокера для торговли. Поэтому такие инструменты лучше сразу убрать из терминала. Для этого открываем обзор рынка и удаляем ненужные активы. Теперь, как вы поняли, в новой версии индикатора вам не нужно будет открывать каждую валюту отдельно и добавлять на нее индикатор. Если по какой-то валюте будет затяжная серия, вы увидите ее в таблице. Для примера, давайте возьмем самую длинную серию по валютам. Это 13 дней подряд на USD CAD. И давайте сверим ее с прошлой версией индикатора. Загружаем старую версию индикатора на часовой график и видим, что серия действительно была сегодня. Но как раз сегодняшняя свеча изменилась, и мы могли получить прибыль. В нашей таблице нового индикатора это еще не отображено, так как пересчет у индикатора идет в конце дня, и сейчас он отображает актуальные сигналы на текущий день. Теперь давайте переключимся на М30
и посмотрим сигналы там. Для этого нажимаем на стрелочку возле таймфрейма и получаем все сигналы для 30-минутного таймфрейма. Также для вашего удобства в индикаторе есть прокрутка. Если часть данных не помещается на ваш монитор, вы можете подгрузить таблицу, кликнув по стрелке. Как видите, индикатор CS Option 2 стал крайне простой информационной панелью для бинарных опционов, с помощью которой можно быстро получить хорошие сигналы для торговли и получить 100% точность, используя Martingale. Если вы не поняли, как работает данный индикатор и как делать по нему ставки, то посмотрите видео или прочитайте статью по ссылке в описании о первой версии. Ну а если у вас остались еще вопросы или есть предложения по его улучшению, то обязательно задавайте в комментариях к этому видео или прямо в статье об индикаторе. Удачной торговли!